Не прошло и полных двух месяцев с начала российских продаж Hyundai Solaris, как цена на успевшую стать уже хитом новинку ощутимо подросла. И если топовые комплектации подорожали незначительно, то стоимость самой бюджетной базовой версии выросла более чем на 5%. Производитель утверждает, что повышение является плановым. Однако практика Форда, например, показывает, что самая дешевая базовая комплектация сразу после выхода модели на рынок перестает существовать в наличии, но всегда значится в прайс-листах. В случае с Hyundai максимальная комплектация Family сохранила свою прежнюю стоимость, а вот нижняя планка поднялась на 20 тысяч рублей. Этап первоначального привлечения клиентов закончен, и пришло время предложить покупателям обратить внимание на более дорогие комплектации. На сегодня бюджетный Hyundai является одной из трех самых популярных иномарок на российском рынке. По итогам апрельских продаж Solaris планирует и вовсе обогнать Polo Sedan и Renault Logan.